Девичий коллектив «Кешью», чье первое видеопроизведение вовсю ротируется на хитовом, продолжают упорно работать. По словам самих девушек, на подходе второй клип, но теперь уже с более серьезным наполнением, чем просто любовные песенки. Следующий клип мы собираемся снимать в патриотическом стиле. Это будет такая серьезная песня, серьезная вещь, где мы можем показать свои вокальные данные. На этом активная деятельность девушек не заканчивается. Помимо записей песен и подготовки к съемкам видео, группа уже успела побывать в своей первой заграничной поездке в новом составе. Около недели назад мы вернулись с Турции, участвовали в одной из известных шоу-программ. Это новая программа, там участвуют мамы и дочери. Мы пели с мамой. Основным вот конкурсанткам по 15-16 лет, и плюс соревнуются и поддерживают их мамы. А мы-то думали, что Кешью, не успев начать свою творческую работу, уже отправились на каникулы. И это еще не все. В ежедневнике девушек уже красуется следующая заморская командировка. Причем в самый романтичный город мира. В июне месяце мы отправляемся в город Париж. Там будут проходить Дни культуры Казахстана. Мы готовим программу на казахском языке. Будем там исполнять несколько песен, представлять наш Казахстан. Ай да молодцы! На этом рабочие будни группы Кешью не заканчиваются. Камшат еще успевает и в кино сниматься. На сей раз этой хрупкой, но с сильным характером девушке досталась роль инспектора по делам несовершеннолетних. А Жанар Дугалова параллельно занимается сольным творчеством и написанием собственной книги. Но об этом, дорогие зрители Хитового, вы узнаете в следующих выпусках «Хедлайнера».